Барев Зес, доброго дня. Я Самвел, украинский армянин. Вы знаете, что я не журналист, но когда я встречаю интересных, замечательных людей, я всегда их показываю вам. Но сегодня у нас воскресенье, потрясающий эфир. Смотрите, с какой я командой. Это потрясающая команда. Сейчас я вам расскажу, кто это. Да, Эмаджан? Короче, я снимался с их отцом. Я показывал вам их отца, нашего замечательного, любимого и дорогого Камоджана, у которого 5 детей. И я уже вторую неделю, второе воскресенье ловлю всю их семью. Вот. Это дети нашего дорогого Камо. Это Илья, самый шустрый, да? Давай 5. А кулачок. Красавчик. Это Эмма. Это Лука. Это Богдан. Богдан самый старший? Да. Сколько тебе лет? 17. 17. В наше непростое время 5 детей. Так. Лука, Илья, Эмма. Лука, Илья, Эмма, Богдан. Не понял. Камо, а где пятый ребенок? Вай. Рад, добрый день. Пятый ребенок остался только с мамой. Она маленькая. Решили так, что в следующий раз. Друзья, пятый ребенок у Камо — это малышка Кира, который сколько? Несколько месяцев? 11 месяцев. Ну, еще года даже нету. Прошлое воскресенье они были всей семьей и мама Наталья. Поэтому наш брат Камо, мы им очень сильно гордимся, мы у него очень много чему учимся, он с нами делится много чему, является для нас примером. И, конечно, помощь, которая есть на алтаре в нашей церкви, она тоже бесценна. И я познакомил вас с Камо, а теперь я могу спокойно, знаешь, как это, Мавр сделал свое дело, Мавр может умирать. Теперь вы знаете, как выглядит семья Камо, но следующая у нас получается будет часть, это вместе с мамой Натальей и с Кирой, да? Надо будет собраться все вместе. Вот так выглядит армяно-украинская семья. Камо, раз не хватает Киры, будешь нашим пятым ребенком. Все. Вот такая прекрасная семья, с Богом. Желаем счастья, здоровья, пусть и у Камо, и у Натальи, у вашей армяно-украинской семьи все будет хорошо. И очень круто, что ребята приехали, находятся с нами здесь. Добра. Мира и добра. Мира и добра. С Богом, с любовью. Чтобы каждому в семье было необъятной любви. Джан, необъятной любви вам всем. Поняли? От Камо. И много детей. И много детей. Арач. Да. Это я, это кто любит армию?